Уважаемые жители республики, представляем номера телефонов для обращения граждан в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея 88772-57-05-28, 52-18-86 по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми 88772-52-22-76 по вопросам оказания материальной помощи, предоставления мер социальной поддержки льготной категории граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг по единовременным выплатам ко Дню Победы. 88772-52-27-86 по вопросам нарушения работодателями указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года номер 239 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Центр труда и социальной защиты населения 88772-52-31-25 по вопросам льготного обеспечения 88772-52-57-80 по вопросам выплат семьям с детьми 88772-52-46-87 по вопросам выдачи справок о выплаченных суммах 88772-52-52-88 по вопросам оказания государственной социальной помощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в комплексный центр социального обслуживания населения 88772-52-27-79 по вопросам обеспечения благотворительными продуктовыми наборами, по вопросам доставки продуктов лицам старше 65 лет за счет средств заявителя.